некоторое время назад, в прошлом году, видела я по израильскому телевидению такой сюжет, когда была встреча между стартаперами, то есть тех, кто развивает стартап, и инвесторами. Эта встреча проходила в одной из высоток в Тель-Авиве, 12 этажей этой высотки, два лифта. В одном из лифтов был накрыт стол шампанской, ножки и закуски, в нем находились инвесторы, претенденты на помощь от инвесторов. По одному заходили в лифт, у них было 40 секунд, пока лифт поднимался до 12 этажа. Если их рассказ привлек внимание инвесторов, они предлагали прийти налево в комнату ожидания, и там потом их ожидала встреча. Тем, кому не удалось заинтересовать своим предложением, предлагали пройти направо, сесть в соседний лифт и ждать следующей возможности. Иначе говоря, минутная презентация, ее задача привлечь внимание к тому, что есть у вас. Вы не продаете, нетворкинг это вообще не о продаже. Давайте сразу договоримся. Нетворкинг это о привлечении внимания, о поддержке сети, как это инструмент для продвижения, как результат этого продвижения могут быть потом продажи. И, конечно же, вы не сможете продать за минуту. Ваша цель в этой минутной презентации – привлечь внимание к тому, что у вас есть, к вашему продукту. И заинтересуется им, дальше уже будет интересоваться всем остальным.